will. Чего вот этот смайл обозначает? Опять не видел его. Он другой мальчик смотрел. Не, вот знаешь что, вот Яндекс, ой, блядь, этот Саби, он вполне неплох вот по механическому скиллу. Но он игру не понимает, по-моему, нихуя. Вот Яндекс, как мне удивительно оказалось, что понимает. Я думаю, это просто типа лох. Ну ты шаришь. Слышишь, Яндекс? Что? Ты сказал, что я лох? Токсичный уебок. Нет, я сказал, что я думал, что ты лох. Но оказалось, что ты действительно типа игру понимаешь. Вот Саби лучше тебя стреляет, я думаю. Но тем не менее ты его выиграешь, я думаю, так. Вот ты чувствуешь, что надо начать ползать раком. А сам ломится всегда. Ты весной Яндекс тоже инактив был или нет? Или ты играл все это время? Какой весной, блядь? Ну я Сноу-то играл, который, блядь, хуёвый там. И то редко. Или с клубов. Ну ты что-то сильнее, по-моему, стал играть, чем раньше. Клубов вообще жить, потому что первого пару раз беру попадалось, короче. Непривычно? Один раз. Не, один раз, короче, не дали, типа, этот, конфиги ставить. Там. Не дали? А, типа, нихуя не взято. Потом было как-то, какой-то пидор, блядь, 60 герц поставил. Ну там, типа, нормальный моник был, 144, но на стройках поставили 60, блядь. Зашел играть, думал, блядь, может комп лагает, что за хуйня, короче. Потом переставил. Но... Я тоже, когда 60 вижу, пиздец, хуйня. Слава богу, что мы 75 герц. Делают, блядь. 4 на 3. Исторически. Ну 360 же вроде не... Ну, а какой-то в тестовом каком-то варианте только. Типа на всех турнирах в контре, по-моему, 240 играют герц. Не, ну ничего, да. Ну, оно, я думаю, ничего и не даст особо. Thank you.
Блять, у меня, чтоб ты знал. У меня VGA модник, он аналоговый. То есть у меня из видюхи висит этот переходник с HDMI на VGA, который, ну, он не просто там типа перетыкает что-то, а он из цифрового в аналоговый сигнал переделывает. Греется пиздец, блядь. Это на твоей игры греется. Ну, просто стыдно. Нет, ну если так резко, четко наводиться, то, конечно, да. Столько информации через него проходит. Блять. Центр случайно нажал, по-моему. Блять, что Саби купил G-Pro мышку тоже. И нихуя что-то не стреляет. Ты смотрел, блять, центр два раза убил, пока он патрон брал. Чё центр? Одинаково. Ну я на Элайве центр два раза одинаково убил, пока он патрон брал. С магнумом. А, да, видел. Ну ты знаешь, скорее говорит о том, что ты только можешь попасть, когда он не двигается. Да, кстати, то я тоже понял, что так лучше. Кого подсадишь? Бля, надо выучиться. Прокиды, чтобы гранату кидать на зарядку откуда-нибудь. Через верх. СРПГ еще захуярит. Знаешь, вот сами не надо с тобой попадать. Наверное, только мешает, по сути. Бля, нихуя. Это только потому, что центр все, блядь, промазал. Зря пошел он туда вообще, я хуй знает зачем. Да, да. Не, не попадаю, потому что у меня шанса большая. Сколько у тебя? Я не знаю. 1003, наверное, вот. И 3.14. Это. Сколько? 3000 DPI? Ну да, у меня дохуя. 3000 DPI и 3... Ну это охуеть просто как много. Это... А у тебя Яндекс сколько? В смысле, у меня и Яндекс сколько, блядь. Ой, блядь, клюмбит. У Плюмбе это тоже пиздец. Сенса. Бля, Яндекс даже не... А нахуя такую ставить, я не понимаю. Здоровье с фарбалетом, как попал пищу, заходит, видимо. Ну это же вообще невозможно. Ну ты привык, конечно, уже, но это вообще невозможно контролировать. Ну, тоже все время. Ты с кем поиграешь, типа, блядь, каэсерская, которая там, блядь, надо... 50-метровый ствол нахуй иметь, чтобы рукой... Нет. У меня 400 DPI и 3.01. И это довольно, ну, высокое СНС уже. То есть я кистью играю. Только кистью. Без предплечья, по сути. А вы, блядь, чем играете? Я не понимаю, блядь, вообще. Каким-то кровотоком, что ли? У вас в натуре, блядь, чувствительность там как... Можно там слоя атома, наверное,
померить с такой мышкой. Граната не смог. Ну ты привет. Просто лишаете себя как бы это потенциала, на мой взгляд. Не знаю, мне кажется, это не будет работать все равно. Ну ты же хуёво стреляешь. Блять, ну я просел просто по стрельбе, пиздец. У меня не маленькая СС. У меня большая, а у вас ёбнутая. Кстати говоря, это... Ну... Вот если как бы сохранять произведение DPI на сенсу, да, то ощущение от мышки все равно меняется. Поняли, про что я говорю? Ну типа ты уменьшил DPI, но увеличил сенсу, допустим. То есть соотношение сохранил, но ощущается все равно по-другому. Конечно. То есть 2 сенса и 800 DPI, это не то же самое, что... Нет, это говно. Большое, вот огромное такое DPI, больше, ну, 2000, скажем. Это точно хуета. Только хуже делает. Тысяча 600 самое большое, наверное, адекватное значение. Ну какая? Сенса сколько? Может у него какой-то этот... Может у него персонаж не аимный? Может он просто там этот какой-то... Да. В смысле, он же в этот, в Overwatch играет, ты не знаешь? Не знал, Яндекс? Я нет. Ну вот этот большой Ника, который, помнишь такого? Он стал киберспортсменом в Overwatch. Привет. Какой? Скани или... Который большой. Франция. На него вы с Франции уже, нет? Ну, я не помню. Ну, один такой был. А один такой. Вот, который большой. А маленький лох, у него выпускали тоже недавно. Но это вообще не Ника, это лох, это Язаш. Это вообще не Ника. Язаша. Game over.